Грамматика то. Что это за грамматика? То у нас просто будет как еще. Тоже. Тоже. Очень легкая грамматика. Очень легкая грамматика. Давайте возьмем в пример. Давайте возьмем в пример, как будто бы вы идете в магазин и вам нужно купить яблоко и бананы. И вы говорите продавцу, сагва, чусео. Потом куригу, бананато, чусео. Вот эта грамматика, где нужна. А сейчас мы пока на начальном уровне, мы пока будем рассматривать вот так. А в дальнейшем, когда мы будем переходить в чунг, это то, она будет усложняться и усложняться, она будет применяться немножко в сложной форме грамматики, но принцип у нее остается тот же самый, то есть значение будет то же самое, тоже, да, или еще. Давайте еще один пример возьмем для закрепления этой грамматики. Какой пример? Вот, допустим, мы хотим сказать, что я не завтракал и не обедал. А чем? Ан осы. Криго чомщим. Чомщим то. Ан осы. Я не завтракал, а завтрак я не кушал, и обед я тоже не кушал. Вот и все. Пока мы на начальной стадии просто выучим эту грамматику так, в дальнейшем мы будем рассматривать ее по-другому, окей?